Первые кабинки для «Неба-33». Владимирское колесо обозрения обзавелось первыми пассажирскими местами. Установка началась 7 декабря. Сейчас на колесе уже 8 кабинок. Вешают их по принципу уравновешивания. По кабинке на сторону. Всего будет установлено 32. В каждой по 6 мест. Получается, что одновременно на аттракционе смогут прокатиться 196 человек. Внутри каждой кабинки установлена система вентиляции и обогрева. Зимой не холодно, летом не жарко, а самое главное – удобно, говорит Александр Чехлов, директор по рекламе и связям с общественностью компании-установщика. Также представитель компании заявил, что уже известна точная дата открытия. Это, как и планировалось, 26 декабря.